долгожданная посылочка. Надо поаккуратнее. Короче, надо откалибровать. Пошла калибровка. Так, теперь мне сказали вытащить. И калибровка продолжилась. Кабель для зарядки и кабель с пинами. Ну, типа, ничего. Сейчас проверим. Значит, воткнем в первую, ну и соответственно в третью, и нажмем старт. Обычное сопротивление, которое у нас на 22,41 килоохма. В принципе, правильно. Так. Возьмем что-нибудь посолиднее, воткнем. Тест транзистора. Ну и вот, в принципе, MOSFET определил. Что-нибудь другое. И предположительно был. Делаем тест. Чуть похуже, но тем не менее. Так. Есть тут у меня еще одна штука. Сейчас мы ее проверим. Так, старт. Два ома. Все правильно. Какая забавная штука. Еще есть здесь проверка инфракрасных пультов в компактной коробке. Миленько. Сейчас проверим конденсатор. Справился нормально.
потери, сопротивление, все есть. Конденсаторы желательно разряжать, надо наклеить половку для разрядки кондеров. Вот есть еще один силовой транзистор. Новый, кстати, с Алика. Ну, в принципе, неплохо. Щупы, интересно, удобные. Ой, более чем, зацепиться хватит. Вообще супер зарядочка. Единственное, что говорят, что здесь нужно помощнее аккумулятор поставить. Ну, это все дело времени. Может быть, где-то здесь зацепиться. Сейчас так, черный, красный поставлю. Красный и зеленый. Так. Да нет, тут не зацепишься особо. Ну, в общем, посмотрим, как он будет работать и выручать. Ссылка на него будет в описании. Есть точно такой же с русской прошивкой.